Всем привет, с вами Тимофей, и я решил выложить наконец-то видео по какой-нибудь другой игре, например, по миру танков, в которой я тоже играю. Я, в принципе, давно уже хотел, но после патча нельзя было воспроизвести мои старые реплеи, крутые, а новых хороших пока не было. И вот, наконец-то, бой, который мне понравился. Здесь я на среднем танке 7 уровня. Нанесу, по-моему, 2800 дамага. Или сколько тут? Ну, примерно столько, да. Вот, давайте смотреть. Так как это реплей, я смотрю, записываю. Я, наверное, тут перемотаю, где вначале ничего интересного нет. Вроде вверх там ускорение. Так, ага. Вот я, короче, еду на гору. Еду. Проверил, ломается ли дом, он, оказывается, ломается. И вот я наконец-то заехал на позицию. Так, ну пока никого нет, я опять ускорю. А, я решил здесь пострелять, короче, с краешку. Пока засветился враг. Так, вот разочек стрельнул, попал. Так, кто там еще? КВ-1. Отъехал, он промазал. Я ему сейчас еще разочек и прячусь. А тут М7 приехал. Кстати, за этот бой я получу дамаг всего один единственный раз. И самое удивительное, что он будет офигенно большим, странно даже. На мой взгляд. Сейчас вот здесь должен вылезти, по-моему, из. Он в меня один раз попадет на 410. Да прям дофига для ИСа, мне кажется. Я ему в башенку сейчас бац. 410 дамага вот из. Это просто с ума сойти. Обычно я, по-моему, на ИСе 3 и то по 350 дамажу в среднем. Тут обычный ИС на 410. Ну вот, начинается перестрелочка. Я пытаюсь использовать неровность местности, чтобы потихоньку выглядывать и накидывать. И вот тут интересная вещь сейчас случится, я застрял. И я вот не могу сейчас вперед ехать, прикиньте. Вот еду, и не едет он вперед танк. И ни влево, никуда, короче. И еле вылез я с этого, с камешка или на что я там наехал. Но я тут не буду перематывать этот момент. Потому что тут он самый насыщенный, так сказать. Вот ИС вражеский куда-то поехал, аж даже в атаку. За наш домик. Я немного удивился, но подумал, ладно, поехала, я с другой стороны-то заеду. А то тут, видите, ямка и бугорок. Неудобненько. Наконец-то я прицелился. Вот так, в бочину башни. И в заднюю часть башни. Да. 1300 уже дамаг. Ровный такой бой. Ничего сверхъестественного. Вот я решил свеситься, пострелять еще. Ну, тут по мне стреляют, поэтому я решил съехать вниз и за домик спрятаться. Ис вон заехал за бугорок. Придется теперь по тигру пострелять. А он стоит боком. Вот так тебе. Получай. Сейчас еще. Вот сейчас он пропадет, но я все равно его пробил, по-моему. Вот он, видите, 398 уже, а было 400. Это не отображается у меня здесь, наверху слева, где вот дамаг. Так, вот ИС вылез. Смотрите, как ему башенку выцеливает. Он косит. И снова башенку. Вот так. Так, ну тут дальше, по-моему, можно немножко ускорить, потому что я буду долго пытаться попасть в каких-то далеких танков. Далеких-предалеких. Вот. Первый раз промазал. Black Prince. Этого я не вижу. Он там за бугром где-то. Сейчас, по-моему, попаду один раз.
А, нет, все равно промазал. Ну, короче, в Блэк Принца еще разок я попаду, и на этом все, всех остальных убьют. Вот сейчас он спрячется. Больше я тут никого уже не увидел. Давайте я ускорю. Ля-ля-ля. И я записал еще результат в конце боя. Я его сейчас приляпаю сюда. Су-8 тоже за бугром. Ну все, конец. Вот результат этого боя. Тут, короче, я повредил кучу танков, но никого даже не убил, по-моему. Так, а нет, одного убил. Вот, одно убийство, 2815 дамага. И самое интересное, я даже не первый, как ни странно. Ну вот, заработал 27 тысяч, 20 чистыми, 918 опыта, удвоенного, 1800. Всем спасибо, всем пока.